Тема создания безбарьерной среды в Сочи снова актуальна. В сентябре курорт примет всемирные игры ампутантов и колясочников. В город съедутся лучшие спортсмены из разных стран мира. И Сочи должен быть готов к такому наплыву гостей с ограниченными возможностями. В каждом из 4 районов города выделили так называемые эталонные зоны. Всего их получилось 18. В знаковых местах курорта еще более 800 объектов нужно привести к требованиям доступности. А те 1400, что уже стали таковыми благодаря Олимпиаде, сейчас заново обследуют, устраняя недочеты. Также на очередном заседании совета обсудили вопросы трудоустройства инвалидов. Поговорили и о мерах, которые принимают к нарушителям, тем, кто ставит автомобили на парковочные места, предназначенные для инвалидов. Везде любая стоянка сегодня имеет норматив обязательно наличие мест для людей с инвалидностью. И, конечно, это обязательно условие исполнения нашими жителями, что люди, которые видят это, они не могут ставить свои автомобили на те парковочные места, которые обозначены для людей с инвалидностью. Рейды по выявлению нарушителей правил парковки проводятся регулярно. Их штрафуют. Эта работа полицейскими будет продолжена. Добавлю, что Сочи стал пилотной площадкой по созданию доступной среды в России. Нигде в мире она не создавалась за столь короткие сроки, всего за несколько лет. И это только старт для дальнейших изменений по формированию безбарьерной среды на курорте.